Хей, йога и с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием Ori and the Blinding Forest. О, теперь мы знаем правду об этой сове с прошлой серии. Ну смотрите, сколько я могу? Раз, два. И что мне делать? Я хочу понять, что мне делать. Так как вот этого у меня еще нету рывка. Мне нужно. Нифига себе. Да, я в этот момент тогда здесь был. Успел. Окей. На самом деле, довольно жалко птичку. Очень жалко птицу. Мы едва сбежали от нее. Теперь понятно, чем она за нами охотится. Кура просто защищает своего детеныша. Но помнишь, Ори остается зажечь только элемент тепла. Нам нужен солнечный камень. Он спрятан высоко на ущелье скорби. Мы должны оседлать ветер, ибо он укажет нам путь. Я вас понял. А, ну я туда ходил, и меня туда не пустили. Ну, блин, слушайте, на самом деле жалко, типа, она потеряла детеныша, и она стремительно туда бежала, блин, я сейчас вспоминаю. И... Не будем вспоминать, ладно. У меня есть теперь ветер. У меня теперь есть ветер, с помощью которого я могу подниматься. У меня есть теперь новый уровень. Бем. Бум. Бом. Сохраниться. Ну да, так намного быстрее. Так, здесь уже использовал. А мы все нашли? Нет, еще один этот нужно найти. Еще нужно один найти с... Ну как, не с хпшкой, а... жизни. Ну да, это хпшка. Так, нам нужно сюда. Да, тут есть порыв ветра, это хорошо. Опа. И снова, видите, я не могу сюда попасть. Я не могу туда попасть. Летим, летим, летим. Высоко, высоко, высоко.
Так, там я был. Там я был. Здесь еще не был. Опа. Опана, опана. Так, ущелье Скорпия. Так, сразу сохраню здесь. Ух. Бац. Окей. А тут, интересно, ничего, да, походу, нету? Буря, которая ваншотит, я понял. Да-да-да-да. Смотри, какая умная. Ой-ой-ой, стоит, там не было этих. Или сюда. Это что было? А-а-а. Понимаю. Снова я сюда попасть не могу. Бац. Просто тут как будто, да, что-то есть. Добро. А-а-а. Ага. Добро. А теперь мне сюда нужно, да? Быстро и уверенно. Гамнюк все-таки запульнул мне сюда ту херь. На всякий случай возьму. Ага. Да, взрыв сильный происходит. О-о. Плюс еще одна жизненная сила. А блин, а че, у меня аж уже их три. Там же по одному уровню мне надо.
для прокачки. Не, стопаем. А, это второе, да? Подожди, я могу теперь цепляться везде. Да, я теперь могу цепляться везде, где хочу. А, то ладно, я могу бегать. Камон. Я вот это себе открыл. Так, а теперь нам нужно, ребят, найти там, где находится вот этот. Который закрытый. Да, и... Рели? А я тут не был стоять. Я тут летал, но я сюда не лазил. Ладно. И тут я... Окей, допустим. Там что есть? Тут и тут есть счастье, которое мне необходимо. Тут получается кусок карты. Да ладно. А что здесь? Не понял. Мне нужно сверху что-то принести. Так, это у меня еще не все. На самом деле я просто сохранюсь. Вот, вот, видите, тоже проход есть. Подожди, или это сломанные стены? Это, походу, сломанные. А это тогда что? Это закрытый, блядь, значит, да, я все-таки что-то упустил. Ну ладно. А не вы, то, что мне нужно было, я уже нашел. В чем прикол? А в чем-то это прикол? Не пойму-ка я. Я думал, меня камень подставит.
Хотя я мог его бы сюда поставить, чтобы он здесь перекрыл. И мы еще с камнем камень бы забрали. На самом-то деле. Гой, сохранюсь. Я хочу посмотреть все-таки. Нифера. Так, два кусочка, значит, мы сразу вправо пойдем. Ну блин, а все равно мы бы так просто с вами наугад шли, какая разница. Хоть так как бы. И так все равно. И сейчас там по-любому будет водоем. Нужно стены проверить сразу. Но вдруг, кто знает. А, здесь такое. Ну, мне кажется, я shift сломаю, нет? А поскольку ты отнимаешь? Колючка. Ни хрена там у меня колючка отняла. Я вас понял. Опасная территория. И заметьте, я еще один осколок нашел. Ну, вот тут древо есть. Чтобы ломать верхние стены. Найс. Ой, ладно. Вот, хардкорчики должны играть только на одном сердечке. А, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, лучше просто не рисковать, я считаю. Бам. Чук-чурук. Это дух тоже стал мертвым Нибелем. Нир летала по воздуху, парила в небе. Ее мир не знал границ, пока лес не ослеп. Ну, теперь зато у меня есть все способности, мы можем собрать все, что вообще есть на карте. Вы освоили способность мощный прыжок, удержите так вверх, пока способность не зарядится. Затем нажмите пробел, чтобы прыгнуть особо высоко. А, ну это мне, а не вы, нужно делать все равно от земли. О, нифига. Что обнаружил?
Что я обнаружил? А, теперь нужно под вам. Ау. Плевать. Да, теперь нужно постоянно смотреть, контролировать. Готово. Игра сохранена. Так. Так. Бац. Ауч. Да. Давай, ладно, я сдохну. Без понятия, как там без этого нужно было. Чисто порыв ветра пустил. О, может здесь будет что-то? Ладненько, тогда полетели. Но место красивое. Неудивительно, что Кура избегает это место. Солнечный камень все еще излучает свет, которого он боится. Главное, понимаете, я не могу нормальную превьюшку сделать для видео из-за того, что там довольно херовое. Все. Вы нашли солнечный камень. Это легендарная руна открывает вход в гору Хору. А, еще при полной бы этой, типа, эдишене, нам бы показали немножко сюжет про вот этого вот парня. Но херня в том, что там тоже довольно такая сопливая херь. Их путешествие вдохновило даже того, кто сомневался. Гума нашел место, которое мог назвать своим. Ну, я смотрю, они теперь подружились. Солнечным камнем мы теперь можем пройти через врата горы Хору, но чувствуется дрожь и рокот в утробе земли. А гора Хору вот-вот извергнет огонь, нельзя терять минуты. Но мы там, они вы были. Да, это я знаю место. Интересненько.
Могу ли я отсюда до... А, меня просто молния ёбнула. Незапланированная херь. Ауч. Так, ну пока что я иду правильно, вот сюда нужно забежать. Быстренько по пути. Пошел отсюда вон. Найс. Так, а как мне... Ага. Блин, а туда никак, да? А не, можно, ладно. Чисто сокращаем пути. Так, это у нас последний, да, сейвка? Ну давайте сделаем таким образом. Я к следующей серии быстро все пособираю, что я теперь могу собрать с помощью данной фигни. Ну, типа способности, да? Чтобы на следующей серии мы отправились с вами к горе. А, так это всего лишь... Да ладно. Я вообще думал, что там что-то ценненькое. Поэтому, ребят, сделаем таким образом. Я сейчас закончу серию, все равно анивы... Здесь ничего больше такого нету. Поэтому долетаю, сохраняюсь и заканчиваю. Ладно, давайте, наверное, даже здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.